И, конечно, мы жили великолепно. Семья, просто семья. Все любили друг друга. Ой, кто бы мог подумать. А ваша внучка, актриса, кошмар украинская. Она там назвала вас чуть ли не личными врагами. Да, да, всех. Это Милеся. Сказала, что это была ее ошибка, съемка. Это вообще, Свата. Это вообще, я в ужасе. Я не знаю, откуда у нее все это. Кто там мне мозги промыл. В общем, ничего не предвещало. Понимаете, она такая спокойная, она немногословная. Мы все ее поддерживали. Федя, помню, она отравилась, там у нас полгруппы отравились вот этим пенокормом на съемках в Москве. И он в больницу и приезжал, и ее самое спасало все. И, ну, ничего не предвещало. И в каком месте ее души созрела вот такая ненависть, такая злость к нам –